давайте мы посмотрим мой сегодняшний коротенький забег в фикс-прайс. Я вам сейчас покажу, что я купила уже, наверное, в пятый или в какой раз, не знаю, наверное, в четвертый. Вот эти конфетки трюфель, я уже про них рассказывала, они 155 рублей, здесь 200 грамм. Они очень вкусные, у них внутри шоколадная начинка такая тающая. Вот здесь вот нарисована она, по-моему. Да, они такие черненькие как бы. Знаете, они мне напоминают конфеты, были раньше, по-моему, Украина изготовляла. Черная ночь, что ли, назывались, они такие дорогущие стоили. 400 с чем-то рублей килограмм было. Но это было давно, наверное, лет 10 назад. Потом они куда-то пропали. И вот это вот что-то вот напоминающее. Эти такие тоже внутри черная начинка была. В общем, вкусно, девчонки. Сегодня я взяла гель для стирки. Вот 5 в 1 называется. Он 1,2. Здесь автомат. И он называется универсальный. Брала до этого черный велор для темной ткани. Но раз этот универсальный, я думаю, он мне подойдет для цветных и темных тканей, ну, просто освежить белье, то есть вот, которые сильно нуждаются в стирке. Я их либо фаберликом стираю, либо такими порошками, как Ариэль, Тайд, вот такого рода. То есть они, мне кажется, они посерьезнее, чем гель. А когда вам надо что-то так вот сполоснуть, то вполне. Это стоит такой гель, по-моему, 55 рублей. Да, он стоит 55 рублей, и такой объем, это, мне кажется, очень выгодно. Следующее, что я вам хочу показать, я взяла уже, наверное, тоже раз в третий для дочки вот такие шортики. Они идут, состав у них хороший, 92% хлопок и 8% эластан. Сделаны в Кыргызстане. Мне чем они нравятся? 99 рублей. Они на моей дочке хорошо сидят, то есть вот так как-то ей они подходят. И летом я считаю, что за 99 рублей, почему нет? Они, если немножко выцветают так со временем, то можно пойти обновить. В общем, мы в сад в них ходим. Третья пара у меня уже таких шортиков. Взяла я на пробу колготочки для дочки. Вот такие беленькие. Значит, вот смотрите, сейчас издалека покажу, чтобы было видно. Это возраст 4-5 лет. Они довольно большие, стоят такие колготки 99 рублей. Вот, 104, 110, 4-5 лет. Но у меня девочки 3, но она такая вот, она высокая и, ну, худобой не страдает. Она не то, что она прям вот полненькая, но она... Ей немножко, наверное, будет все-таки велико, потому что они тянутся. Но учитывая, что они еще и в ширину как бы должны растянуться, я думаю, что не сильно они велики будут. Посмотрю. Я боюсь, на 3 года именно ей будут они малы. Потому что она как бы выше немножко своих сверстников в садике. Так, что я еще не первый раз беру? Девочки, сегодня покупки будут у нас «Беру не первый раз» называется в фикс-прайсе. Вот такие леденцы мы берем второй раз уже. Они идут 224 грамма, стоят 50 рублей. И ей надо не то, чтобы она их там досасывала до конца, а просто вот как сам факт, что ей дали конфетку, она вот она ее сидит, раскрывает. В общем, больше баловство, чем на самом деле она их там как-то употребляет. Следующее, что я вам покажу, это... Это вот такие зажимы для снятия гель-лака. Я взяла 2 упаковки. Ну, так как здесь по 5 штук, уж не знаю, мне не хочется ждать, пока одна там по 10 минут сидит, потом вторую, сразу намотаю и буду сидеть. Все, я пытаюсь, девочки, подружиться с гель-лаком. И пока что никак, что-то у меня ничего не получается. Ну вот буду пробовать. По 50 рублей, не помню, сказала, вот такие штуки. Я взяла еще одну кисть за 99 рублей. Вот такую. Мне показалось, что у меня нет скошенной кисти. Она идет, это Force Pony. Да, вот идет волос Pony написано. Очень мягкая, девочки, чрезвычайно мягкие кисти. Я ими так довольна. И вот поэтому увидела скошенную и взяла. Там были еще из козы, они менее мягкие, но я уже остановила себя, думаю, хватит. Вот такую новиночку, для меня новиночку, я не смогла пропустить. Следующее, что я хочу вам показать, это вот круассан 7 Days, но они в рекламе не нуждаются, их уже телевидение там или кто, производители прорекламировали. Давайте я вам покажу, ой, вернее, сейчас вы пока смотрите, что, если кто-то хочет, что тут написано, а я...
Смотрю, сколько стоит. 25 рублей такая упаковка стоит мини. Здесь не так уж и много, девочки. По-моему, там то ли 7, то ли... Ну, в общем, 65 грамм. Короче говоря, я их взяла 2 штуки. Это с кремом какао. Взяла себе роллтон, вот такое пюре. И вот такой вот роллтон лапша. Да, вы сейчас скажете, зачем тебе это надо. Но, девочки, мы когда были молодые, кто из нас не ел вот такую еду? Я когда работала, я на работе себе... Ну, покупала, то есть мы на обед покупали, денег особо не было, сами понимаете, иногда ностальгия, вот, где-то раз в полгода или там, не знаю, месяцев 3, может даже, правда, в полгода, я хочу вот такую еду попробовать. Из более полезного, то, что мы сегодня купили, это были вот такие хлебцы хрустящие с отрубями. Хлебцы вообще по 10 рублей, девчонки, смешная цена абсолютно. А, роллтон не сказала, да, сколько стоит сейчас? Пюре стоит 25 рублей, а лапша стоит 27,50. Хлебцы по 10 рублей, мы взяли 2 пачки. Смотрите, они как выглядят, уж пока гуляли с дочкой, половину съели. Вот такие хлебцы. Они нормальные на вкус, в принципе, особого вкуса у них даже и нет. И смотрите, мне что здесь понравилось. Здесь вот такие 3 рецепта. Можно, допустим, на этот хлебец вот так положить. Будет легкий хлебец. Зелень, огурец, ломтик сыра. Если вы хотите сытный хлебец, то вы можете зелень, куриное филе, ломтик сыра. Или хлебец для чая, допустим, хлебец сладкий. Мед, кусочки кураги и творог. Ну, это вот довольно интересно. Мне, в общем, все 3 рецепта понравились. И я хочу их попробовать. Вот такая вот у меня сегодня была такой заход небольшой. Я тебе покажу издалека его. Ну и все. Давайте на этом пока попрощаемся. Будем, может быть, еще что-нибудь посмотрим. Девчонки, это опять я. Девчонки, я сейчас была в фикс-прайсе. Хочу в этом влоге показать вам 2 своих похода в фикс-прайс. Они такие небольшие. То есть я вообще шла изначально за салфетки. Мне нужно было купить детские антибактериальные. И мне нужны были одноразовые формы. Такие вот фольгированные для запекания там курицы, мяса. В общем, для духовки такие противеньки одноразовые. То есть мне неохота мыть. Но их там не было. И давайте я сейчас вам покажу. А, да, что хочу сказать. Вам не кажется, что Fix Price стал довольно-таки уже не бюджетный магазин? Я зашла за салфетками. Вот я сейчас вам свои покупки покажу. У меня там ничего нету. И потом забыла я с первого захода купить эти противни. Пошла второй раз. Второй раз их там не оказалось уже. Хотя, говорит, с утра они там были. Когда я забыла их посмотреть. Вот, я купила еще кое-что. И в итоге отдала я 1000. Сейчас я вам покажу. И когда я вышла из магазина, я поняла, что я, в принципе, не купила ничего. Там салфетки и пакеты стирального геля для стирки и 1000 у меня нету. То есть вот так ли он бюджетный, как нам кажется. Мы привыкли ходить в этот фикс-прайс, ну, в общем-то, многое там уже не такое уж бюджетное. Просто берешь сюда кучу. Давайте будем смотреть на эти покупочки. У меня чеки, все есть, я сейчас покажу вам. Так, девочки, я взяла, значит, влажную туалетную бумагу для детей. Вот такая вот она. С депантенол здесь написано. 72 штучки в упаковке. Экстракт череды, алоэ. С клапаном удобно. Нужные вещи и детям, и взрослым без разницы. Стоит она 77 рублей. Я повторила, вернее, не повторила, у меня до этого какой-то красный был, черный с красным, универсальный гель. Сейчас я взяла для цветных тканей, ну, потому что я в основном использую для темных и цветных вот такие гели. Здесь литр 20, литр 200 грамм. Хорошая цена, 55 рублей за такой объем. У меня это все нормально отстирывается, мне нравится. Заканчивается все очень быстро, может быть, я чуть больше добавляю. Ну и стираю я, бывает, в день по 3 раза, и чуть ли не каждый день, поэтому... Может, мне и хотелось бы средства Faberlic покупать, но они стоят там по 300 рублей, и хватит мне что, на неделю, я буду каждую неделю по 300 рублей. Поэтому, девочки, я пока вот на фикс-прайсе. Кондиционеры, может, буду у Faberlic заказывать, а вот эти вот гели пока буду продолжать. Так, значит, какие салфеточки еще взяла? Взяла 130 штук. Вот такая вот. Это обновленная упаковка. Здесь идет антибактериальная. Они и не сушат кожу. С антибактериальным эффектом влажный. Ну, я вот такие
антибактериальные. Я для протирания там пыли использую. Так, стоят, девочки, вот эти салфетки уже не 55 рублей, а 77. Вот к чему я говорю, что не так уж это все и становится бюджетно. И еще вот такие. Тут вот запечатано, у меня открылся клапан. Здесь 140 штук детские, тоже 77 рублей. А совсем недавно я показывала на... То ли 8 марта был праздник, то ли еще какой-то... Причем буквально месяц назад я их брала по 55 рублей. Вот, пожалуйста, уже по 77. Вроде бы все равно, да, не дешевле, чем в других местах. Но уже как-то вот... Как-то все становится уже не бюджетно. И смотрите, здесь всего на 10 салфеток больше. А упаковки выглядят, смотрите, здесь 130, вот в этой, здесь 140. Выглядят по-разному. То есть это как-то компактнее. Всего на 10 салфеток разница. Повторилась, 99 рублей вот такие ауру. Да, они тоненькие такие, маленькие, какие-то похожи на чуть ли на бумажные, но все-таки мне не для съемки видео сводчи стирать подойдут. 99 рублей, 200 салфеток, нормально. Я взяла себе 400 ватных палочек вот в такой упаковке. Они тут якобы идут нежный уход с алоэ, хотя я сомневаюсь, какой здесь алоэ может быть. Стоят такие палочки 55 рублей, 400 штук, как я уже сказала. Я перекладываю в органайзер с Fix Price, у меня есть такая вот специальная, там продается под эти ватные палочки. Отсюда беру, перекладываю, и стоит у меня это в ванне, в шкафчике. И еще сегодня я обнаружила, что у меня есть темные носки, а светлых нет. На летом как-то в темных не камильфо. Я нашла для дочки только одну пару носочков, потому что больше там не было. Были на 5-7 лет, а нам такие велики пока что. Это 3-5 лет. Вот такие вот они, мне кажется, маленькие все равно. Ну, вот одна пара только. Носки стоят по 50 рублей. И для себя я купила 3 пары. Вот с коротенькой вот этой штучкой, потому что, ну, как-то мне нравятся такие на лето. Розовенькие взяла, вот такие светленькие. И еще одна пара у меня будет такая вот голубенькая. Они идут универсальные 36-40 размер, то есть они тянутся. Видите, даже наклеечка «Хлопок» оторвалась у меня. Состав здесь «Хлопок» написано. Сейчас я скажу. 80% хлопка, 15% полиамид и 5% лайкра. Вот такой вот состав. Нормально, за 50 рублей носочки, нормально. Второй раз, когда я пошла, ну, хотела вот эти лотки металлические купить, вспомнила, что мне надо майонез, и я купила, там выбор был у нас небогатый, я взяла вот такой вот майонез, стоит он 18,30, в принципе, недорого, с грибами. И колечки луковые, одну мы уже открыли, а одна вот запечатанная. Колечки такие стоят 27,50. Тоже, в принципе, мне кажется, не сильно бюджетно. Луковые кольца вот эти. Но они вкусные. Мне нравится такая ерунда. Я знаю, что да, не полезно, но раз хочется. И что еще? Почему я вот... У меня эта мысль про то, что Fix Price-то дорожает. Мне нужно сыр вот такой вот ломтиками для запекания. Мы с дочкой едим там индейку, курицу. Мы запекаем в этих лотках и сыром. Я сверху закрываю. Вкусно получается. И чтобы не тереть ничего, мы же все стремимся облегчить все существование. Я, по крайней мере, стремлюсь, я не, за всех не говорю. Этими дольки просто кладешь, они тают, не надо ничего тереть, удобно. И цена, значит, на вот такой сыр и на вот такой вот сыр, на два вида сыра, здесь по 150 грамм, они стоят 99 рублей. Я, например, в той же пятерочке или даже в перекрестке, я вижу часто скидки, то есть уже не, допустим, 99, а может быть 89 или еще там 82, например, рубля. То есть вот Fix Price этот хваленый, опять цена совершенно не бюджетная. Поэтому вот просто взяла из-за того, что мне ребенок ждал, и мне некогда ходить по разным магазинам, да, за 10 рублей. Но по сути-то, да, вот
Я теперь, наверное, буду выбирать. Не все подряд там брать. Мне просто нет поблизости никакого там магазина Светофор. Мне надо ехать до него. Вот. Это проблематично с ребенком. Она у меня транспорт плохо переносит, еще маленькая. Ну, вот такие вот вещи, например, да. Я буду продолжать покупать вот эти вот гели, пока дешевле не видела нигде. Буду продолжать покупать, ну что делать без салфеток, никуда. И ручки вытереть, и, ну, сами знаете, что объяснять. Это очень необходимы в доме вещи, всякие салфетки, вот эти вот туалетные бумаги, ну, те же носки, например, за 50 рублей, ну, может, где-то есть дешевле, но пока до этого доедешь место, больше на дорогу истратишь. Поэтому, девчонки, вот даже смотрите, вот этот святой источник, я не стала я вам показывать, ну, сейчас просто слово, 13,50 стоит здесь 0,75 миллилитра, то есть 13 рублей все-таки это дешево, что-то у них, на что-то у них хорошие цены, на что-то они уже начинают задирать. Так, ну что, девочки, еще один поход фикс-прайс показала. И, как всегда, желаю вам удачных покупок, хорошей погоды, всех благ, здоровья, радости, позитива. Мы с вами обязательно увидимся в следующих видео. И до скорых встреч. Пока-пока.